Весовая категория 69 килограмм. Чемпионом 20-го открытого Кубка России 2015 года стал Захаров Александр, представитель Московской области, с результатом 192 килограмма. Хочу хорошо поднять, желаю сам себе успеха. И, как вы догадались, это было последнее видео. Ну вот и настал тот день, к которому я готовился 4 месяца. Сегодня у меня соревнования. Немного трудно дались последние дни, потому что нужно было согнать 71-2 килограмма. Немножко урезал диету. Ну, скоро взвешивание. Пока 69-600. Еще 2 часа. Надеюсь, все получится. И такая небольшая опустошенность, то ли волнение, давно не выступал. Такое состояние бессилия. Не знаю, к чему это приведет, может быть, наоборот, к взрыву энергии на самих соревнованиях. Ну и планирую. Заказал 70-90, заказал с запасом, потому что сгонка, не знаю, как скажется. 70, почему 70? Это немножко ближе к моим результатам контрольных тренировок, это 80 килограмм. А почему 90? Потому что сгонка, прежде всего, скажется на ногах, и после рывка их состояние может еще больше ухудшиться. Начнутся судороги, а мне нужно как минимум хотя бы дать зачет, быть участником соревнований и ни в коем случае не баранить. Ну, естественно, не планирую баранить, буду стараться на все 100%. Буду выкладываться, чтобы моя трансформация получилась законченной, которая началась полностью с нуля и дошла до своего пика и реализовалась на все 100%. Чтобы я потом не говорил, что вот если бы там не какая-то ошибка, то я бы мог такой-то вес поднять или такой. В общем, хочу хорошо поднять, желаю сам себе успеха. Номер один. Захаров Александр, мастер спорта Московская область. Первый подход. Готовится номер два. Кузнецов. Подъем, защита. Номер один. Захаров Александр, мастер спорта Московская область. Второй подход. Готовится номер четыре. Наумов. Подъем, защита. Номер один. Захаров Александр, мастер спорта Московская область. Третий подход. 2 минуты на подготовку. Голые ножки.
Подъем защита. Номер один. Захаров Александр, мастер спорта, Московская область. Первый подход. По ошибке, да? Готовится номер три. Карташов. Короче, все припутали с плясками, да? Подъем, защита. Номер один. Захаров Александр, мастер спорта, Московская область. Второй подход. Готовится номер три. Карташов. Подъем, защита. Номер один. Захаров Александр, мастер спорта, Московская область. Третий подход. Готовится номер девять. Немов. Подъем, защита. Ну вот и закончилось мое выступление. Соревнованиями очень доволен. Занял первое место в категории 62 килограмма. Согнал 2 килограмма. Тяжело они дались. Завесился впритык. И установил личные рекорды. Был такой кураж. Завод. В рывке вырвал 82 килограмма. Толкнул 110. Сводило ноги. Особенно в толчке, но сводил на разминки. На соревнованиях никак это не отразилось. Выявились определенные моменты, но это они должны были быть естественными, потому что тяги и приседания я не делал. И когда тянул, особенно в толчке, не дотягивал подрыв. Не выкладывался до конца. Ну и вот медаль за первое место.
Ну и итоги расскажу чуть позже. И вот я вернулся с Бугульмы. Теперь можно подвести итоги по поводу прошедших соревнований. Ну, начну с самого начала. Это с гонка веса. Гонял за счет уменьшения питания. Если раньше я, находясь здесь, питался 6 раз в день, то, находясь там, в Бугульме, 4 дня, я все это время кушал 3 раза в день. И убавил в последние 2 дня все жидкое. Пить немного пил, конечно, но жидкость убавил. Полностью воду не исключал. И, как мне порекомендовали, в первый раз в жизни пробовал, сделал 2 укола, один на ночь, 3 ампулы витамин С. И второй – это утром, накануне соревнований. Как обещали, вес сгорит 600 грамм. Ну, в принципе, наверное, работает, потому что тут еще прибавляется уменьшение веса за счет... Ну, во время сна мы же теряем вес, вот за счет этого еще согналось. Ну, в общем итоге, где-то в районе килограмма. И, приехав утром, я весил на 600 грамм больше, 69, и пока там 4 часа находился в зале, и ничего не ел, не пил, вес еще немного подгорел, и впритык вошел в категорию. В целом, сказать о сгонке, далась мне не тяжело. То есть согнал нормально. В принципе, в своей практике у меня было и до 5 килограмм. Но там уже более жесткие такие методы. Ну, что касается соревнований. Соревнования понравились тем, что поднимал не в идеальных условиях, а все там присутствовало. И выступление сам за собой. У меня было 2 минуты для отдыха. И просто приходилось ждать 5 подходов, когда предыдущие спортсмены поподнимают. Ну, такие соревновательные хорошие условия мне понравилось. И настроя как такового, не знаю почему, не было во время разминки. Начинал поднимать практически как на тренировке. И только перед самым началом соревнований, перед самым выходом на помост за несколько подходов, уже начинался такой завод, кураж. Ну, наверное, это самый оптимальный момент, когда организм не перед соревнованиями начинается у него мандраж, как некоторые там руки трясутся, еще и в зал не приходили, уже с утра их колотит. Ну, у меня вот как раз именно вот такие вот хорошие условия оказались. При разминке, ну, как я уже говорил, 70-90 заказал, при разминке в рывке, ну, тут, в общем-то, с гонкой веса мало как влияет, потому что движения скоростные, в рывке взрывные, поэтому я особо не переживал, у меня была только дилемма, в каком я сейчас физическом состоянии, как начинать, и приблизительно наметил во время разминки, что оптимально будет 75 килограмм, чтобы можно было повторить свой лучший результат и чуть-чуть улучшить там в зависимости от настроя на следующий. Ну и так оказалось, 75-80 и пошел на 82. 82 было такое состояние, подниму, не подниму. В какой-то степени это хорошее ощущение, потому что когда сомневаешься, и, ну, сомнение бывает такое, там, лучше, наверное, было бы не идти, ну, в таком плане. А вот у меня сомнение, я хочу, вроде бы как и могу,
оставалось только настрой. И вот хорошо мне это помогло, настроился, завелся. Ну, сами соревнования, сам статус, первый раз после нескольких лет. Ну, сама обстановка позволила, плюс в зале присутствовали ребята по клубу из нашего города. Мы поехали целой командой. И другие знакомые, которые болели, приветствовали. И поднимал я некоторые подходы подряд. И когда приходилось отдыхать 2 минуты, мне уже потом сказали, когда я выходил на помост, не знаю, то ли так я оптимально рассчитывал время, чувствовал это время, но 2 или 3 подхода мне говорили, что оставалось 2 и 3 секунды до гудка, чтобы не засчитать вес. Ну, я чувствовал, что как бы нужно еще время, чтобы настроиться. И, ну, хорошо, что вот так получилось. Я и настрой создал такой своеобразный психологический для себя и использовал оптимально отведенное время. Особенно там, где был 2-минутный всего лишь перерыв. Не знаю почему, может быть от того, что не было такой натренированности, отдышка небольшая появлялась после каждого подхода, и приходилось только восстанавливать минут, восстанавливать дыхание, я обратил внимание в течение минуты. А там уже практически нужно там магнезия, ремни и уже выходить на помост. То есть времени было впритык, или даже, можно сказать, мало. Ну, а в толчке я не перезаказывал вес до самого выхода на помост, потому что после рывка при разминке в толчке бицепс бедра на обеих ногах, ну, его не сводил, а такое ощущение, когда вот перед тем, как сводить, начинает. И постоянно его бил пальцем, типа колол, пытался привести в чувство, но такое немножко, считаю, бесполезное занятие, так, наверное, чисто психологически. Стараешься немножко расслабить мышцы, чтобы они не напряжены были. Ну, а поднимал, ну, как мне показалось, на разминке тяжеловато. Думал, если еще такое ощущение было, поднимаю тяжеловато, надо перезаказывать с 90 там, на 100, например, или 100 или больше, а я только 60 поднимаю, думаю, перезакажу, а мне и тяжело, и ноги еще непонятно в каком состоянии. То есть поэтому я оставил все на последний подход. И когда уже надо было выходить на 90 килограмм, я как раз потолкал эти же 90 килограмм, понял, что можно прибавлять, что в крайнем случае из 3 подходов я 100% 1 на 100 подниму, и поэтому заказал 100, потом пошел на 105 и 110. Прибавлял по 5, потому что, ну, хотелось улучшить результат. После рывка хотелось также улучшить и в толчке. И какой можно сделать вывод по поводу вот, 3 подходов в рывке и толчке? Не хватало вот именно тренировки в тягах. То есть мне не хватало в подрыве полного раскрытия. Я подрыв вроде как делаю и тут же ныряю. Не хватает вот этой мощи. Когда мне там за кулисами подсказывали, но я и так видел, когда на 2 подходах я видел, что не дотягиваю. Хотелось вкладываться, но просто не хватало чисто физических сил, потому что тренировки просто на одних классических упражнениях, они не разовьют силы, усилия до соревновательного уровня, потому что, как я и говорил, у меня рабочие веса – это 80-85%, а приходилось поднимать 100%. А как можно мышцы натренировать на 100%, если ты тренируешься с 80%? Хоть там на 2, на 3, на 5 раз делай,
Ну, силовуха растет на, все вы знаете, на однократных подъемах. Ну и в целом, что можно сказать? Рад, что вернулся в тяжелую атлетику. Желаю остальным также не останавливаться при любых травмах, пытаться вернуться в спорт, потому что даже врачи сейчас уже не только спортивные, а и обычные. Либо им дают такую информацию, либо они самообразовываются, и либо сами когда-то занимаются спортом, понимают, что спорт в любом случае он оздоравливает, продлевает физические возможности жизненные человека. Не нужно останавливаться, прекращать занятия спортом, либо все равно ходите, занимайтесь в спортивный зал для себя, либо, как и я, мне нравится такой процесс подготовка к соревнованиям, сами соревнования. Такая, ну, интересная жизнь получается, чем просто монотонное хождение в спортивный зал, тренировки без определенных целей. Даже поставив цель, ты на тренировочном этапе не достигнешь такого уровня, как при подготовке к соревнованиям и на самих соревнованиях. И, как вы догадались, это было последнее видео моей трансформации. Надеюсь, кому-то оно помогло, мотивировало, или просто из чистого любопытства было интересно смотреть. Желаю здоровья, добра, будьте счастливы, всего хорошего.